Ну что, друзья, наконец настал этот вечер. Сегодня мы идем на 25 этаж отеля Корстон. Там находится самый лучший ресторан Казани. Вот. И сегодня мы будем справлять в нем старый Новый год. Так что оставайтесь с нами, будет очень интересно. Мама вызвала лифт, как всегда. Смотрит на свою красивую обувь. Кстати, у нее новое платье, посмотрите. Это первый этаж? Нет, это не первый. А ты куда идешь, мама, тогда? Вон на первый? Да. На первый, ага. Я на первый нажала вроде бы. Так, спускаемся вниз сейчас. Музыка играет в лифте. Приятно, да? Это нам оставили. Нет, это шестой. А что это такое? Ну, так вызывают люди. Нажми еще раз. Все, ты бегом бежишь, как всегда. Не смотрит ничего, никуда. Бегом. Сразу бегом выходить. Выходить бегом надо из такси. Быстрее вылетает. Такси только-только остановится. Что там стоит? Она сразу дверь так чуть ли не пинает ногой. Брдыщ сразу. Бежит постоянно. Пошли быстрее. Сейчас вот первый этаж будет. Вот. Приехали. Наверх смотрим, наверх. Так. Идем, Лиза. Вызвал лифт уже. Так, ждем лифт. Подожди, я уже нажал. Так, увидимся на 25 этаже. Друзья, ну что, мы поднялись на 25 этаж этой гостиницы. Тут ресторан, как я вам уже говорил. Тут очень красиво, очень интересно. Нам, конечно, место досталось очень такое не очень хорошее. Мы думали быть лучше. Сцены не видно, ничего не видно будет нам. Просто тупо будем есть, я так понял. И все. И смотреть на этот красивый вид. Сейчас я вам покажу. Наверное, еще сделаю обзор, если у меня получится. Потому что есть много людей, все такие типа интеллигентные, культурные. Вот. В общем, будем сидеть. Если будет что-то интересное, я вам обязательно покажу. Друзья, вот наш столик. Вот такой вид красивый виден из окон. Обзор на Казань. Вот так вот. Потолок очень красивый. В общем, ждем официанта. Друзья, вот с этого ракурса вам будет лучше виден город. С птичьего полета. Смотрите, как красиво.
друзья, мы, в общем, вернулись с дискотеки. Дискотека нам очень понравилась, весело, позитивно там. Красиво, мама довольна, сидела, не плясала. Просто отдыхала, слушала музыку, пила чай. Вот, и еще я подарил ей очень красивый букет. Букет состоит из тюльпанов. Сейчас я вам покажу его. Вот такой вот красивый букетик я ей подарил. Настоящие живые тюльпаны. Друзья, всем привет! Сегодня предпоследний день нашего уикенда в Казани. Сейчас мы вот встали уже. Уже заказали машину. Машина вот приехала за нами. Направляемся в сторону ЗАГС. Как он называется? Чаша. Центральный ЗАГС Чаша. Направляемся в сторону центрального ЗАГСа. Чаша. Вот, хотим посмотреть. Говорят, очень красивое здание. Так что поехали с нами. Справа смотрите, справа видите, где вот? Да, вот, там были. Дворец землетрясения. Да, мы там тоже там первый день были. Вот. Одно из дворец самых красивых землетрясений. Да, дворец этот. Земледельцев. Да, земледельцев. Мы там были. Уже не видно, ну ладно. Ничего, сейчас мы будем выезжать на дамбу. Мост красивый тоже, вот мы видели вчера. Набережная Кремлевская. Нет, не были. Она очень такая популярная сейчас у нас. Слышал, да. Справа, вот обратите внимание, там чего там только нет. Она вчера светилась. Зона отдыха, летом здесь в основном народ гуляет. Такое, скажем так, не так давно ее здесь ввели. Как раз ее на период универсиады запустили набережную. То есть частично. Mm-hmm. Сейчас ее доделывают и вдоль Казанки как раз она идет. Mm-hmm. Конечно, тоже такое красивое место получилось. Летом очень много приезжих здесь бывает. Очень много отдыхающих. Ну, Чаша теперь уже видна. Сейчас да. Как раз выруливаем. Перед вами она. Как раз Чаша. Походите, посмотрите, да. Гуляете. А мы там долго не будем. 10 минут. Надо в цирк ехать. Хотим цирк посетить. А цирк, вот здесь цирк тоже недалеко отсюда. Буквально мы в стороне от нас остался. Не знаю, сегодня есть ли там какое-то шоу. Ну, насчет этого не могу сказать. Позвонить туда можете узнать, конечно. Что-то пытался звонить, что-то не дозвониться. В такси ты еле-еле дозвонился. 10-е такси, наверное. Ну, наше вообще-то первое такси. Такси-то та же самая. Можете всегда сюда звонить к нам. Визитку вот предыдущий таксист дал мне. Ну, поэтому и наши будет, пускай будет. Обычно потому, что с таких, с больших отелей звонят в крупные такси, которые, знаете, которые всегда свободно, всегда берут трубочку. С нашей такси одно из самых таких лидирующих считается в Татарстане. Поэтому и название у него такси Татарстан. Да, мы работаем. После нас много сейчас. А это река Казанка здесь? Это Казанка. Это вот, Казанка. Знаю. Казанка. Волга это на той стороне. Реально, как в Питере. В Питере тоже везде вода. И здесь одни реки и озера. Ну да, очень много водохранилищ всяких разных в городе. И за городом много водохранилищ. Классно. Вы правы, конечно. Много очень современных домов у вас, прям просто небоскреб стоят. Да, современные дома сейчас вот строятся, с учетом, как говорится, всего уже строятся эти дома. Сегодня свадьбы, наверное, там нет? Да, свадьбы, конечно, обязательно. Да, суббота обязательно, посмотрите, сколько машин. Ага. Да, так что там красиво сегодня. Может, кого-нибудь увидим вам сейчас? Запросто. Красиво. Красиво сегодня там. Давайте поближе вас туда, наверное. Давайте. Поближе. Здесь вот видите, шариками машины. Это как раз свадьба. Это свадебный как раз здесь. Центральный ЗАГС. Центральный ЗАГС. Тут такси вообще есть, на всякий случай. Хотите, я подожду? А это платно? Ну, это не так дорого. Не надо. Нет. Нет. Друзья, ну что, мы приехали в Центральный ЗАГС Казани. Вот, сейчас будем делать видео, фотографироваться. Тут уже вовсю свадьбы играют. Вот сзади у нас там свадьба. Это только-только расписались. Вот, ну что, будем смотреть. Друзья, ну что, я уже пофотографировал маму. К сожалению, мама меня не фотографирует, она не умеет. Очень большое, красивое здание.
Вообще шикарно. Холодно, ветер такой противный, просто кошмар. Такое необычное здание. Какие-то горгоны кругом. Прикольно. Свадьба, вот свадебные машины стоят. Кругом свадебные машины, очень красивые. Их здания вот кругом, квартиры. Так, сейчас я попробую внутрь попасть. Получится, нет, не знаю. Друзья, мы зашли внутрь. Посмотрите, какая красивая люстра. Вообще красота. Так, все. Друзья, мы уже в такси едем в цирк. Посмотрим, что там есть интересного. Если есть ближайшие выступления, обязательно сходим. Так что оставайтесь с нами. Друзья, ну что, мы подъехали к зданию цирка. Сейчас будем входить. Друзья, в общем, в цирке ничего интересного не оказалось. Все закрыто. Билеты продаются только на 28 число. Нам это не устраивает. Мы уже завтра уезжаем из Казани. Так что вот так вот. Друзья, мы уже в отеле. После того, как мы приехали, мы покушали, поспали, сходили уже в бассейн, поплавали. Плавали где-то мы 2 часа. Ну, пока плавали, ходили в сауну, в одну, во вторую. Так, потом пришли, заказали пиццу, вернее, 2 пиццы. Я себе свою любимую пиццу. Как его? Цезарь. Цезарь называется, да. Вау, какая классная. На толстом тесте люблю. Сейчас я покажу. Вот такая. Смотрите, какая красивая. Объедение. Так, а маме я заказал пиццу маленького размера, потому что у нее жачка еще осталась. Так, это... Не знаю, как называется, не помню. Чек есть? Называется Chicken Barbecue, 25 сантиметров. Еще мы заказали добрый мультифрукт. Вот. Так, сейчас я вам тоже покажу. Посмотрите, какое объедение. Но я такое не ем. Вот. Так, а завтра мы уже... Съезжаем. Как-то грустно, грустно, все грустно, грустно. Не хочется съезжать совсем. Понравилось нам здесь очень. Просто привыкли уже. Наверное, видео я не буду делать уже, как мы будем съезжать или там ехать в электричке. Хотя посмотрим, не знаю. Доживем до завтра, увидим. Вот. Ну ладно. Еще увидимся. Не прощаюсь.